место действительно брендовое. Чао! Ой, ты золотой! Вторая маршрутка придет через 2 минуты. Она идет на Мурану, но нам сегодня нужно на Форте де Ново, где мы пересядем на маршрутку Новопарета до острова Бурано. Так что держитесь, сегодня будет много красок. То, что один из 3 дней в Венеции я посвящу острову Бурано, я сразу знала на 100%. Я влюбилась в его фотографии заочно и еще 5 лет назад. Первая ваша мысль на этом маршруте будет, мол, да, это другая Венеция, не туристическая, какая-то локал. Туристы здесь не гуляют, а вместо инстаграмных зданий, посмотрите, это венецианская промка. Так, вот мы вышли на Фундаменто Ново. Боже, мне кажется, каждый раз по-новому говорю. Смотрим, с какой точки А, Б, С или Д направляется на Мурано. Смотрим, что только точка А и 12-я Вапоретто идет на Мурано. Пункт А будет, скорее всего, вон за тем мосточком. И пойдет прямо вдоль мертвого острова на остров Мурано. Если можно так сказать, по дороге на остров, в воде видишь дорожную разметку в виде забитых кольев в море. Разметка так работает уже много веков. И мне, как водителю со стажем, это очень необычно наблюдать. И это будет ваша вторая мысль. Точно так же через пересадку на Фундаменто Ново можно самостоятельно добраться на знаменитый остров-кладбище Сан-Микеле и на остров Мурано. Третья моя мысль была о том, почему на малюсеньком острове, условно 2 на 2, нет домиков, но есть церковь. Кстати, хоть я и не купалась в этом отпуске, энергии моря мне хватило точно. Море знаменитого венецианского цвета, цвета зеленого киселя. Мурано вы точно узнаете сразу и издалека. Самое лучшее, что вы можете сделать по приезду на остров Мурано, это сразу обратить внимание, с какой остановки и во сколько отправляется обратный Вапоретто. А далее просто гуляйте по ощущениям. Идите на цвет и наслаждайтесь другой Венецией. Я приехала с самого утра, и в это время здесь еще не было много туристов. Поэтому была возможность поснимать безлюдные улочки, уютные дворики, да и саму атмосферу в целом. И уже через 5 минут пребывания на острове ты понимаешь, чем он пахнет. Это запах свежепостиранного белья. И его здесь столько, что хочется его реально снимать. Даже если белья здесь нет, вот эти натянутые шнурки только тебе напоминают о том, что оно точно вчера здесь висело. Даже если это просто половая тряпка. Ребят, у меня нет какого-то особого совета для Мурано. Я сама просто словила какой-то солнечный вайб и гуляла. Рассматривала домики и окна, витрины, принюхивалась к какому-то новому, хорошо забытому аромату. Снимала и фотографировала. Сейчас это называется «Просто была в моменте».
очень интересное и новое в этом путешествии для меня чувство. Все время хочется улыбаться, все время какое-то ощущение классного подъема, какого-то комфорта. Наверное, того, что здесь супер много разноцветных красок, и это тебя постоянно улыбает изнутри. Что касается знаменитой расцветки домов на острове Бурана, существует две легенды, откуда все это пошло. Согласно первой, дома окрасили в разные цвета сами моряки, которые под шофе возвращались из морского рейса, так сказать, к себе домой. Вот чтобы попасть именно домой, именно к своей жене, а не к чужой, окрасили дома в разный цвет. И согласно другой легенде, именно жены окрасили дома в разные цвета, чтобы их мужья попали именно к себе домой. Но какая бы из этих двух легенд не оказалась правдивой, ясно одно – по-любому местные мужики были косячными. А еще очень бросается в глаза, и мне это очень нравится, что большинство кафешек и ресторанов здесь называются тратории, если я правильно говорю, то есть трактиры. И это так по-моряцки. Кстати, вот я столкнулась с тем случаем, о котором меня предупреждала коллега. Иногда в Италии невозможно оплатить картой что-нибудь на сумму до 5 евро, потому что им это невыгодно из-за какой-то приличной банковской комиссии за сам перевод. Поэтому, как всегда, работает правило иметь с собой в том числе кэш. Ух ты! Неужели это то, что я думаю? Just let me check. Обед в легендарном рыбацком кафе «Риваросса» я запланировала еще в Беларуси. На то оно и легендарное. Но, к сожалению, само место оказалось как раз закрытым. Но ничего, я нашла другое кафе и тоже с рыбацкой кухней. К счастью, в Италии с едой нет проблем. Нам, русским, непривычно, что прохожий может спросить, как мне вино. Наверное, за этим я и такие, как я, отправляемся в путешествие, чтобы расширить свои представления, чтобы почувствовать, как это по-другому, чтобы увидеть, что проще жить проще. Очень классная идея будет приехать на остров Бурана именно с детьми, потому что здесь их можно будет очень легко занять, например, поиском определенного количества домиков определенного цвета. Говорят, это занимает их прям на несколько часов. Дети бегают, фоткаются среди этих цветных карамельных домиков с большим-большим удовольствием. Лично я, как тот ребенок, на острове нахожусь уже точно больше 3 часов. И, честно говоря, уезжать мне отсюда не хочется.
И вот уже традиционно я иду высылать открытки для моих самых близких и друзей. Смотрите, с этой почты такая история вышла. Я опоздала на почту буквально на 10 минут. Она закрылась перед моим носом в 13:35. Но есть выход. В ларьках, где продают такие почтовые открытки, и указана информация о том, что на них можно клеить почтовую марку, ты можешь сделать это вне почты, и письма точно дойдут. Hello. I'm ready. И вот в такой ящик опускаем с Богом все наши открыточки. Друзья мои, сегодня тут редкий волшебный день, когда мне понравилось абсолютно все. Я очень советую вам посетить остров Буран. Идите на поводу у всего прекрасного того, что вы увидите на этом острове. Идите на поводу у своих ощущений. Делайте маленькие добрые вещи, и суперное настроение вам гарантировано. А я отправляюсь на пристань для того, чтобы вернуться в стандартную Венецию. Grazie, Burano. Попить и все проклянуть. Сами моряки, которые под шафе возвращались из рейса, так сказать, домой, и чтобы попасть к себе домой,